Вот так-то, дружище. Много лет я скитаюсь по свету и уже устал от одиночества. Но ни в одном краю мне не хотелось остаться насовсем. Я видел много разных народов. Они затевают войны из-за пустяков, из-за клочка земли, и сами же губят эту землю, истребляя на ней все живое. Никому из них нельзя доверять. Все они лживы и жестоки. Не то что вы, звери. Я слышу звуки боя. Подходите ближе, ублюдки! Или вы боитесь топора Могрина? Держись, незнакомец! Я иду на помощь! Мерзкие трусы! Ранен в живот, задеты внутренности. Здесь я бессилен. Знаю. Это была бы славная смерть, если бы не задание. Задание? Я должен был доставить важное донесение моему вождю. Но теперь я не справился. Это бесчестие. Твоя честь будет спасена, почтенный. Я доставлю твое донесение. Акамагош, воин, благодарю тебя. Иди в город Агримар. Найди вождя Трала. Скажи ему... Прощай, храбрый воин. Пусть попутные ветры унесут твою душу в царство предков. Что ж, похоже, нам вновь предстоит столкнуться с цивилизацией. Идем. Что нас ждет? И верно. Естественно. Конечно. Звери не лгут. В бой. Я всегда один. Пора на охоту. Я читаю следы. Учуял. Я всегда... Ты похож на огра, полукровка. Зачем ты пришел сюда? Мне надо встретиться с вашим вождем. Надолго я не задержусь. Конечно. Нас атакуют. Естественно. Город воинов. Давненько я не бывал в таких местах. Держись рядом, дружище. Крепите прочнее. Еще один ураган, и все крыши сорвет начисто. Да, вождь. Подожди, вождь. Я должен тебе кое-что передать. Где ты это взял? И где Могрин? Могрин пал в бою. Перед смертью он просил меня доставить тебе это донесение. Кто ты, воин? Я Рексар. Последний из Мокнатала. Мокнатал! О народе, в чьих жилах течет кровь орков и огров, слагают легенды. Я рад нашей встрече.
Добро пожаловать в Даратар, первое королевство орков. Оставайся здесь, ты заслужил отдых. Наверное, я и впрямь слишком долго странствовал. Благодарю тебя, Трал, но я не привык быть нахлебником. Укажи мне, что я должен делать, и я честно отработаю свой хлеб. Что ж, в нашем королевстве найдется дело для каждого, и многим здесь понадобится твоя помощь. Поговори с моими воинами, они расскажут тебе, что к чему. Знакомься, это Рохан из племени Черное Копье, один из моих лучших разведчиков. Здорово, приятель! Говори, друг. Нужно золото. Я читаю следы. Естественно. Что нас ждет? Пора на охоту. Конечно. Приветствую тебя, храбрый воин. Я Назграл, командир пограничной стражи Даратара. Хочешь послужить королевству? Тогда слушай. Гарпии из северных предгорий повадились нападать на наши караваны с продовольствием. Если ты сумеешь найти и уничтожить их логово, тебя ждет награда. Зул'джин будет отмщен. Нужно золото! Нужно золото! Звери не лгут. Естественно. Я всегда один. Что, новенький? А я Газул, здешний инженер. Я тут недавно такую штуку изобрел. Стоп. У нас дело не в проворот, а я тут языком болтаю. Видишь ли, мы с ребятами сейчас роем под городом туннели. Водопровод, подземные источники, сам понимаешь. И тут такая беда. Искали-то воду, а нашли кобольдов. Целое логово. И теперь эти твари шастают по нашим туннелям, как у себя дома. Надо бы этих кобольдов загнать обратно в логово, а выходы завалить. В общем, иди за город, там найдешь вход в туннели. Остальное тебе мои ребята сами расскажут. Идет? Пора на охоту. И верно. Говори, друг. Учуял. Я всегда один. Конечно. Естественно. И верно. Учуял.
всегда один. Естественно. Учуял. Конечно. И верно. Естественно. Учуял. И верно. Конечно. Я всегда один. Учуял. Я всегда один. Что нас ждет? Естественно. Ого! Ну и здоров ты, парень. Газул, конечно, говорил, что пришлет кого-нибудь покрепче. Ладно, малыши, к делу. План-то у вас есть? Ясное дело. Ты помогаешь нам добраться до опорных балок, мы их взрываем, туннели обваливаются, и эти крысы нам больше не мешают. Здорово, правда? Конечно. Я тебя слушать. Здорово! Не спеши. Выбирай с умом. Я читаю следы. Здравствуй. Нужно золото. Звери не лгут. Что нас ждет? И верно, я всегда один. Конечно. И верно. Учуял. Естественно. Конечно. Пора на охоту. Говори, друг. Говори. Говори, друг. Учуял. Естественно, я всегда один. И верно. Конечно. Естественно. И верно. Пора на охоту. Я читаю следы. Учуял. Я всегда один. Учуял. Что нас ждет? Звери не лгут. Я читаю следы. Конечно. Звери не лгут. И верно, я всегда один. Наверное, это и есть опорная балка. За работу!
Что опять? Выступай! Что нас ждет? Естественно. Естественно. И верно. Конечно. Говорит, пора на охоту. Звери не лгут. Я всегда один. Учуял, конечно, и верно, естественно. Я всегда один. Пора на охоту. Куда ходить? Это придумано. Буду сделать! Умный мысль! Буду сделать! Что нас ждет? Учуял! Я тебя слушать! Здорово! Я читаю следы! Чё взрываем? Уже идём? Говори, друг. Конечно. Я всегда один. И верно. Что нас ждёт? Я читаю следы. Естественно. Да? Чего? Куда? Вот это по мне! Говори, друг. Учуял. Конечно. И верно. Учуял. Я всегда один. Естественно, естественно. Я всегда один. И верно. Конечно. Учуял. Нас атакуют. Конечно. Я всегда один. И верно. Естественно. Учуял. Естественно. И верно. Учуял.
Конечно. Я всегда один. Верно. Конечно. Нас атакуют. Учуял. Естественно. Учуял. Естественно, я всегда один. И верно, конечно. Я всегда один. И верно. Учуял. Нас атакуют. Говори, друг. Что нас ждет? Естественно, конечно. И верно. Естественно, конечно. Я всегда один. Учуял. Естественно, конечно. И верно. Нас атакуют. Я всегда один. Учуял. И верно. Естественно. Я всегда один. Конечно. Слушай меня, чужеземец. Время мое на исходе. На нас напали колдуны, орки, что служат Пылающему Легиону. Они захватили наши священные реликвии и ушли в горы. Наверняка их тайный схрон где-то неподалеку. Отомсти за нас и верни реликвии. Страшно подумать, сколько бед они могут принести в злых руках. Учуял. Я всегда один. Естественно, учуял. Конечно. Звери не лгут. И верно. Учуял. Похоже, это и есть караван с продовольствием. Я всегда один. Я читаю следы. Естественно. Говори, друг. Нас атакуют.
Куда ходить? Хитро придумано. Что-то ты рановато. Не как ящерок испугался. Я читаю следы. Звери не лгут, конечно. Я всегда один. Учуял. Конечно. И верно. Естественно, конечно. Пора на охоту. И верно. Я всегда один. Естественно. Учуял, учуял. Конечно. Я всегда один. И верно, естественно. Я всегда один. Естественно. Конечно. Учуял. И верно. Естественно. И верно. Я всегда один. Конечно. Учуял. И верно. Пора на охоту. Естественно. Чужак, убейте его, братья. Мрачное место. Колдуны должны быть где-то неподалеку. Звери не лгут. Я всегда один, конечно. Учуял. Говори, друг. Естественно. Я всегда один. На охоту. Много теплы. Учуял. И верно. Естественно. Некуда класть. Учуял. Я всегда один.
Конечно, конечно. Пора на охоту. Учуял. Говори, друг. Я тебя слушать. Хитро придумано. Нас атакуют. Ты отомстил за моих братьев. Их души теперь обретут покой. Благодарю тебя. Ты избавил нас от страшного зла. Я скоро... Возьми эту реликвию и остальные. Используй их во славу Орды. Прощай, воин. Кого убить? Здорово! Кого убить? Я читаю следы. Говори, друг. Естественно. Пора на охоту. Звери не лгут. Учуял. Я тебя слушать. Хитро придумано. Буду сделать. Умный мысль! Здорово! Умный мысль! Буду сделать! Я читаю следы. И верно. Конечно, и верно. Учуял. Конечно. Я всегда один. Хитро придумано. Говори, друг. Естественно. Естественно. Учуял. Конечно. И верно. Естественно. Я всегда один. Я всегда один. Конечно. Естественно. Учуял. Сколько? 2000. Звери не лгут. Да ну нахрен. Где взять-то? И верно. Естественно. Я всегда один. И верно. Конечно. Куда ходить? Что нас ждет? Учуял. Пора на охоту. Да, пора на охоту. Звери не лгут. Пойдем. Я всегда один. Зайдем в пещерку. Там посмотрим, куда нас пригласят.
Громовой хребет. А, здесь, по-моему, эти только... Конечно. Как там? Долина Грома. Да. Похоже, Драктар имел в виду именно ее. Думаю, это будет несложно. Учуял. И верно. Да, будем естественно. Качаться. И верно. Ой, блин. Коготь и клык. Коготь и клык. Учуял. Я всегда 2000, один. Кстати, можно будет набрать. Конечно. Ура. Естественно. А, вот так. Надо забить. Учуял. Конечно. А вот и звездолист. Пучков, мне надо по-моему. Собрать еще 5 пучков. А, еще 5. Все правильно. Конечно. Я всегда один. Учуял. Здорово! Говорит. Естественно. И верно. Штормовой ящик. И верно. Буду сделать! Умный мысль! Я читаю следы. Взять их. Говори! Пора на охоту! Учуял. Я всегда один. Естественно. Конечно. Естественно. Конечно. И верно. Учуял. Я всегда один. Учуял. И верно. Естественно. Здорово! Хитро придумано. Что нас ждет? Так, 4-й ранг еще, нам 7-й левел надо, а у меня только 5-й. А у этого товарища у нас говори. Что? У этого товарища тоже не очень пока. Звери не лгут. Пойдем. Я всегда один. Конечно. Конечно. Естественно. Учуял. Бой. Я всегда один. Нас атакуют. Умная мысль. Говори, друг. И верно. Учуял. И верно. Конечно. Буду сделать. Пора на охоту. Я всегда один. Естественно. Нас атакуют.
туфли ловкости, да, плюс 3. Зачем они нам нужны, да? Я читаю следы. И верно. Конечно. Учуял. Я всегда один. Учуял. Конечно. И верно. Естественно. Я всегда один. Естественно. И верно. Я всегда один. Конечно. Учуял. Учуял. Естественно. И верно. Конечно. Что нас ждет? Можно, кстати, будет зайти в этот. Я всегда один. А, вот это что это? Я всегда один. Артефакты. Учуял. Ну-ка. Конечно. Наличие рядом покупателя. Ну это понятно. Пора на охоту. Здравствуй. Плюс 5 к силе интеллекту героя. Я тебя слушать! Силы и броня. Чем могу помочь? Я читаю следы. И верно. Ладно, пойдемте. Естественно, конечно. И верно, естественно. Дойдем сейчас ему. Отдадим здесь дариста. Он нам что-то интересное по-любому даст. Что нас ждет? Я всегда один. Учуял. Я нас всегда атакуют. Один. Учуял. Конечно. И верно. Естественно. Учуял, конечно. Я всегда один. Естественно. Такое ощущение, что гитары возродили по новой. И верно. Естественно. Конечно. Я всегда один. И верно. Нас атакуют. Учуял. Естественно. Учуял. Я всегда один. И верно. Нас атакуют. Конечно. Я всегда один. И верно. Учуял. Нас атакуют. Естественно. Конечно. Естественно. Учуял. Конечно. Давай. Учуял.
говорит. Звери не лгут. Я всегда один. Звери не лгут. Сила, ловкость и интеллект. Наши ключевые навыки, да? Я читаю следы. И верно. Читай. И верно. Учуял. Естественно. Конечно. Я всегда один. Мистер Крэбс. Естественно. Конечно. Я всегда один. Кстати, что-то надо с пивом делать, да? Учуял. И верно. Учуял. И верно. Конечно. Естественно. Здорово! Умный мысль! Говори, друг. Я всегда один. И верно. Конечно. Я всегда один. Естественно. Учуял. Умная мысль. Учуял. И верно. Время действия 60 секунд. Пора на охоту. Ясно. Естественно. Конечно. Главный опыт. Прокачку я делать. Всегда один. И верно. Кто нас ждет? Говори, друг. Учуял. Естественно. Я всегда один. Конечно. Конечно. Учуял. Куда ходить? Он отъел. Бой. Камень здоровья. Угу. Звери не лгут. Понятно. Я всегда один. Естественно. Офигеть, сколько тут. Здорово! Пора на охоту. И верно. И верно. Что денег наберем, сейчас миллионерами будем. Уже хорошо, да? Что придумано?
Проверяем следы. Так-то нормально сыпет, да? Естественно, конечно, я всегда один. Учуял. Учуял. Неверно. Буду сделать. Здорово. Огненные фениксы. Умная мысль. Ну-ка. Сохраниться ради прикола, блин. А то мало ли еще игра выкинет. Что нас ждет? Конечно. Буду сделать. Хитро придумано. Хитро придумано. Пора на охоту. Естественно. Я всегда один. Здорово! Говори, друг. И верно. Что с него даже ничего не выпало? Буду сделать! Звери не лгут, естественно. Конечно. Я всегда один. Учуял. Естественно. Умный мысль! Пора на охоту! Учуял! И верно! Я всегда один, конечно, и верно! То есть это все, да? Понятно. Тогда идем домой. Учуял. Звери не лгут. Так, 6-й уровень, да? 2700 хп. Плюс 4, да? Это будет максимум, что мы имеем. Кого убить? Говори, друг. Конечно, естественно. Я всегда один. Учуял. Естественно. И верно. Я всегда один. Я читаю следы. Взять их. Коготь и клык. Конечно. Так, пойдем-ка. Наймем. Учуял. 2000 на одного, и там полторашка, да, как раз хватает. Нормально денег мы собрали. Ой, на армию.
Нас атакуют! Что нас ждет? Атака, считай, сотка, да? Что нас ждет? Я всегда один. Буду сделать! Говори! Естественно! Звери не лгут! Конечно! И верно! Учуял! И верно! Естественно. Конечно. Я всегда один. И верно. Естественно. В смысле? Ну мне же хватает. У меня же вот три. Будет три. Взываю к силам ветра, земли и огня. Блин. Что нас ждет? Я всегда один. Мне же хватало, вот почему не мог его купить? Учуял! Меня какая-то... Конечно! Хитро придумано! Я читаю следы! Конечно! Учуял. Да, прокачка, конечно, долгая. Нас атакуют. Да ладно. Естественно. Нас атакуют. Попало, что у меня вообще ничего будет. И верно. Нас я атакуют. Тебя слушаю. Умный мысль. Звери не лгут. Пора на охоту. Просто убийца. 2250 здоровья. Правда, брони у него мало. Что нас ждет? Убивать-то он умеет. Я всегда один. Убивать-то он умеет у меня. Говори, друг. Кадои. Кого убить? Нас атакуют. Броня, считай, тоже... 17,5, это прям вообще нормально. Я читаю следы. Конечно. И верно. Я всегда один.
Естественно. Учуял. Это кто? Я всегда один. Чай бурный, помню. Ему надо специи для чая, по-моему, там. Привет, дружище. Я рад. Здорово, брат. Скромный пивовар из Пандарии. Путешествую по свету и собираю рецепты хмельных напитков. Знаешь ведь, добрый эль всему голова. А, кстати, ты, я вижу, местный, а мне как раз не хватает кое-каких ингредиентов для нового сорта пива. Принесешь? Да? Первая кружка твоя. Спасибо, спасибо. Так. Звери не лгут. Конечно. Это не сорта. Естественно. Которые нужно найти. Говори, друг. Учуял. Свинку, кстати, тоже можно. И верно. Кусать, да? Прекрасно помню. Нас атакуют. Учуял. И верно. Конечно. Я уже денег насобирал-то. Естественно. Тоже прилично. Я всегда один. Верно, учуял. Конечно. Буду делать. Я читаю следы. Ядро придумал. Он нас ждет. Достали, блин. Пора на охоту. Я всегда один. Естественно. Учуял. Затоптали этого помощника нашего великого предводителя огров. Говори, друг. Конечно. Я читаю следы. Я всегда один. Умная мысль. Что нас ждет? Нас атакуют. Звери не лгут. Говори. Пора на охоту. Что нас ждет? Мишка, Мишка, дикий Мишка. Хоть не зимняя вишня, да? И верно. Говори, друг. Естественно. Естественно. Поэтому они заново возрождаются, да, не тянутся? Здорово! Умный мысль! Здорово! Я читаю следы. Пора на охоту. Да. Ядро придумано. Буду сделать. Смотря на такой жесткий обзор. Звери не лгут. Вот смотри, даже несмотря на такое жесткое пополнение ХП и маны. Буду сделать. Что нас ждет? Я всегда один. Радует, да? Конечно. Нас учуял. Атакуют. И верно.
Я читаю следы. Я тебя слушать. Умная мысль. Хитро придумано. Хитро придумано, согласен. Здорово! Звери не лгут. Взять их. Буду сделать. Хитро придумано. Не склеится, да? Раньше времени. Наверное, выдержим напор. Умный мусор! Хитро придумано! Пора на охоту! Говори, друг. Бочонок найти грозовой воды, активу взять-то. Говори, друг. Ты что ли? Я всегда один. Да, вот смотри, вот вроде у него столько пора прям на охоту. Плюшек, такие прям заоблачные цифры, а при таком количестве урона, конечно, он тоже сольется. Нас атакуют! При том, что у нас защита, считай, двадцатка, да? Ну, 17. Я читаю следы. Да? Буду сделать! И клык. Жесть. Нас атакуют. Конечно. Буду сделать. Звери не лгут. Читаю следы. Бегай, бегай, убивай тут. Просто туда, ну, сверху так поднимайся, будешь постоянно убивать ботов, да? Естественно. О, монеточка даже еще есть. И верно. Нас учу. Может, в лагерь зайти? Куда ходить? Хитро придумано! Хитро придумано, согласен. Что нас ждет? Говори, друг. Конечно. В бой. Здорово! Что нас ждет? Просто дракон. Я читаю следы. Я всегда один. Учуял. Бочонок пива, да? Естественно. И верно. Придумано. Естественно.
Здорово. Сколько сейчас уже? О, сейчас уже так мало. Это гораздо больше у нас, уважаемый дракон. Блин, знали. Кого убить? Пора на охоту. Конечно. Я всегда один. И верно. Звери не лгут. Учуял. Регенерация маны, естественно. Это и так ясно. Звери не лгут. Пора на охоту. И верно. Я всегда один. Конечно. И верно. Конечно. Лечебный бальзам тоже нам не интересен. Гарпии. Естественно. Буду сделать. Солнце. Что нас ждет? Я читаю следы. Я всегда один. Говори, друг. Естественно. И верно. Говори, друг. Учуял. Конечно. Я всегда один. Я всегда один. Естественно. Учуял. И верно. Конечно, и верно. Естественно. Естественно. Звери не лгут. Гарпии использовать можно прям хорошо. Ну, пора на охоту. В данный момент, конечно, нам это не интересно, да? Я всегда один. Учуял. И верно. Да? Учуял. Я всегда один. Естественно. Атакуют. Глупец! Действительно. Зачем ты явился сюда? Не это знаю. Наша земля. Здравляю. И мы не уступим ее никому. Ха, не уступите? Хорошо. Если вам так дорога эта земля, я похороню вас именно здесь. Я читаю следы. Что это ты? Побежал-то. Конечно. Некуда класть. Говори. Умная мысль. Хитро придумано. Нифига себе.
пожертвую. Что нас ждет? Естественно. Учуял. Я всегда один. И верно. Говори, друг. Конечно. Где бы мне найти бы тебе бочонок грозовой воды-то, я понять не могу. И верно. Его взять-то? Конечно. Я всегда один. Пора на охоту. Может, его купить по мне надо. Да, точно. Его купить надо. Учуял. Говори. Все. Те характеристики, которые могли мы озвучить, это максимум. Я читаю следы. Что нас ждет? Звери не лгут. Это максимум. Естественно. Нас атакуют. Я всегда один. Звери не лгут. И верно. Куда ходить? Камень здоровья. Здорово! Буду сделать! Буду сделать! Ясно. Хитро придумано! Говори, друг. Что нас ждет? Конечно. Пора на охоту. Учуял. Ну, давай. Естественно. Я читаю следы. Двери не лгут. Он уже не качается, что ли? Нормально. Он нас ждет. И верно. Пора на охоту. Ты не хочешь сказать, что все, прокачки больше конечно. Нет? Конечно. Да? Учуял. Кого убить? Говори, друг. Я бред всегда какой-то. Один. Вот он тот бочонок. Я читаю следы. Сколько он стоит у вас? 1000 рублей. Я читаю следы. Неинтересно. Естественно. В оригинале можно было качаться до талого вообще пофигу, прям просто. Без почему-то говори, и остановки друг. Стали на 8-м уровне. Чего вдруг? Как-то не очень прям. Я тебя слушать! Что нас ждет? Атакует, нам какая разница? То есть все, да, Рексар больше их не качает. Нас атакуют. Выполняем бонус и возвращаемся в город.
интересно, что мне даст, какую плюшку. Отлично! Как раз то, что надо! На, хлебни! Пивка холодненького, братан, от души прям вообще. Проклятье! Ты что, отравить меня вздумал? Да, похоже, я немного переборщил с крепостью. Ну ничего, первый блин всегда комом. Ладно, напиток готов, и я могу посвятить все свое время знакомству с вашим удивительным краем. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? Конечно, нет, Райво. Но путь будет нелегок и опасен. Ерунда, дружище. Коль дорога нелегка, выпей пиво для рывка. Спасибо, спасибо тебе. Вперед. Не дай себе засохнуть. А, то есть теперь тебя можно качать, да? Кунг-фу панда. Нормально. Звери не лгут, естественно. И у нас три героя. Конечно. Ну, давай, сходим, покачаем. Нас атакуют. Конечно, уважаю. Нас атакуют. Еще как уважаю. Кого убить? Говори. Хитро придумано. Я тебя слушать. Буду сделать. Умный мысль. Пора на охоту. И верно. Я всегда один. Выпить хочешь? Да я бы рад выпить. Чейн буйный портер. Пивка для рывка. О-о-о. Золотые слова, брат, просто золотые слова. Не дай себе засохнуть. Пора на охоту. Ты меня уважаешь? Выкинет, да, без нахрен. Проблем. Это оставь, ладно, пока что. За качество отвечаю. Тоже выкинь. Что нас ждет? Ненужный балласт, абсолютно. Естественно. Ну, еще по одной. Звери не лгут. Панди, кстати, можно вот эти все, которые у нас были, передать прям. Которые у меня не влезли. Жезлы и все такое вот. Я читаю следы. Выпить хочешь? Говори, друг. Учуял. Конечно. И верно. Он ждет. Я всегда пошли, один. Пошли. Естественно.
Буду сделать! Пора на охоту! Выпить хочешь? Десятикратный шанс. Охереть. Куда ходить? Умный мысль! Здорово! Хитро придумано! Здорово! Я читаю следы. Десятикратный шанс. И верно. Я всегда один. Не, панда, нас атакуют. Панда — это убийца, конечно, ничего не скажешь. Конечно. Конечно. Учуял. Я всегда один. Не дай себе засохнуть. С радостью. А, ну понятно. Нас атакуют. Пивка для рывка. Говори, друг. Неверно. Так. Раз, два. Ну, два задания осталось делать. Всего-то. Или нет? Или что-то было еще с островом надо было делать, да? Вроде как. Естественно. Звери не учуял. Да. Безусловно. Конечно. Ты меня уважаешь? Безусловно, брат. Всегда уважаю. Что нас ждет? Говори, друг. Похоже, ящериц что-то рассердило. Или кто-то? Интересно, интересно. Но главное, что зелье все-таки готово. Хочешь попробовать? Держи, вдруг пригодится. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Да без проблем. Я читаю следы. Пора на охоту. Не качает, понятно. Что нас ждет? Ну, еще по одной. Не дай себе засохнуть. Звери не лгут. Естественно, я всегда один. Отличная работа, воин. Ты помог Орде. Ступай в оружейную. Скажи, что я прислал тебя, и выбери себе достойную награду. Выпить хочешь? За качество отвечаю. Пивка для рывка. С радостью. Ни хрена себе. Скорость атаки. Не дай себе засохнуть. С радостью. Выпить хочешь? Пивка для рывка. Ну, походу, да, наверное, без проблем. Все. Говори, друг. Учуял.
Компания окончена. Конечно. И верно. Конечно. Естественно. Тромка, Арексар. Мне многие про тебя рассказывают. Ты уже немало сделал для Орды. Мы только что говорили с Тралом о людях, которых ты обнаружил. Лично у меня к ним нет никакого доверия. Вот что, отправляйся на заставу лейтенанта Гатока. Расспроси его, не видел ли он чего необычного на границе. Хорошо, сходим. Я читаю следы. Я всегда один. Ищешь Дректара? Он отправился в долину грома наблюдать за ящерицами. Если поторопишься, успеешь догнать. Конечно. Естественно. Я всегда один. Нас атакуют! Давай, вперед. Идем. Что нам надо? Хитро придумано. Кунг-фу панда. Куда ходить? Тромка, воин. Мы не видели следов людей, но местные иглогривы в последнее время словно взбесились. Тут неподалеку есть обсерватория. Мы используем ее телескоп для наблюдения за местностью. Можешь сходить туда и посмотреть сам. Но будь осторожен. Повсюду снуют иглогривы. Голкош! Избавиться бы от этих тварей раз и навсегда. Ты меня уважаешь? Безусловно. За качество отвечаю. Ну, с пивной бочкой, что ли, бегает? Еще по одной. Пивка для рывка. Не, выпить хочешь? Вы то что стали? Я читаю следы. Учуял. Что дрочите-то? Я понять. Кого убить? Кого ждете-то? Буду сделать. Говори, друг. Что нас ждет? Звери не лгут. Что нас ждет? Конечно, я всегда один. И верно. Естественно. Учуял. Естественно. Конечно.
звери не лгут. Когда же это закончится, один. Да? И верно. С одной стороны, да? Учуял. Не дай себе засохнуть. Безусловно. Пора на охоту. Я всегда один. И верно. Конечно. Естественно. Учуял. Я всегда один. Естественно. Учуял. Это что там? Герои такие. И верно. То есть сгонем, может, да? Одним героем он драться. А какая нам нравится, да? Еще по одной. С радостью. Да без проблем. Я читаю следы. Ты меня уважаешь? Говори, друг. Пора на охоту. Конечно. Естественно. Я всегда один. Ух, похоже, они поклоняются какому-то кабаньему богу. Давай посмотрим, что это кабаний бог. Здорово! Говори! Учуял! И верно. Конечно. Учуял. Я всегда один. Кабаний бог. Конечно. Звери не лгут. Естественно. Хитро придумано. Что нас ждет? Естественно. Я читаю следы. Я всегда один. Умный мысль! Что нас ждет? Нас атакуют! И верно. Конечно. Учуял. Я всегда один. Учуял. Конечно. И верно. Естественно. Учуял. Я всегда один. Естественно. Да ладно.
верно. Кинопоразы, что за... Конечно, и верно, конечно. Да что вы говорите, да? Я тебя слушать! Еще по одному таланту. Не дали, дай да? себе засохнуть. Угу. Я читаю следы. Естественно. Пошли. Я всегда один. Пора на охоту! Учуял! Звери не лгут. Так, посмотрим. Ого, да это похоже на вторжение. В одиночку я тут не справлюсь. Значит... Говори, друг. Найдем армию. Конечно. Естественно. Звери не лгут. Да, звери не лгут. Осталась, по-моему, одна задача, да? Сейчас надо будет на остров отправиться, по-моему. И все. Ну, еще по одной. Ты меня уважаешь? Я на кунг-фу панда. Ну что, Трал, вождь племени? Разведали мы границу, показали вам все нужные и ненужные проблемы. Ты не ошибся, Рексар. Не может быть, чтобы Джайна отправила войска к нашим границам. Не нравится мне все это. Договор договором. Но я никому не позволю угрожать нам. Вождь, я слышал о кораблях людей. Какие будут приказания? Вы вдвоем с Рексаром отправитесь на заставу и будете следить за развитием событий. Сейчас главное сохранить контроль над ситуацией. А если люди будут вести себя враждебно? Постарайтесь избегать конфликтов. Но если они нападут первыми... Я разрешаю перебить этих наглецов. Пора на охоту. Ну, раз вы разрешаете, с вашего позволения я отправлюсь. Говори, воин. Назгрел? Не понял, а в оригинале Назгрела не было? Говори. Может, я что-то пропустил? По-моему, я не помню такого персонажа с собой. Что нас ждет? Ладно. Атакуют.
Нет, мы опоздали. Застава уничтожена. Повсюду следы людей, и они ведут к берегу. Людишки дорого заплатят за это. Кровь за кровь, смерть за смерть. Лактар-Агар! Уж не знаю, найдите базу Альянса, понятно. За качество отвечаю. За качество отвечаю. Пойдем искать базу пивка Альянса. Для рывка. Да без проблем. С радостью. С радостью. Пивка для рывка. Вот они. Пинки стоят. Я читаю следы. Пивка для рывка. Я всегда один. База Альянса этого. У них на щитах изображен якорь. Ты уже видел такие? Орки! Они шли по пятам! К оружию! Тревога! Жалкие людишки! Сейчас вы узнаете, что такое ярость Орды! За качество отвечаю! За качество отвечаю! Буду сделать! На охоту! Учуял! Проверим, какие вы стойкие, видишь. Да, именно эти корабли я видел в телескоп. Безусловно, да. Я читаю следы. Коготь и клык. Учуял. Естественно. Ну, сактралу, да? Ну-ка, а что защита-то? Ну, еще по одной. Да без проблем. Пивка для рывка. Некуда класть. Нормально. С радостью! Пофигу на это ХП. ХП может быть мало, главное у тебя основные. Потому что если у тебя основные скиллы ни о чемные, то ХП не поможет. Будь у тебя хоть 20 тысяч, атаки 0, защиты 0, ну еще. Что дальше? Звери не лгут! Абсолютно ничего ты не сделаешь. Не, выпить хочешь? Не, у панды защита 20-ка просто. Нас атакуют! Нас атакуют!
Нас атакуют! Воины, вы исполнили свой долг и не подпустили врага к воротам Доротара. Мне кажется, что я где-то уже видел этот якорь. Но где? Прости, начальник, но если человеке приходить с моря, то на островах Эхо мое племя в большой опасности быть. Не беспокойся, Рохан. Я не допущу, чтобы что-то случилось с твоим народом. Рихсар, флот людей угрожает троллям с островов Эхо. Садись на дирижабль и отправляйся туда. Ты должен предупредить их об опасности. Постарайся убедить троллей перебраться на материк и присоединиться к нашей армии. Я вижу, что это... Что нас еще ждет? Еще не все, да? Я всегда один. Не дай себе засохнуть. Я читаю следы. Да еще не конечно. Все. И верно. Когда уже это все закончится-то, а? Сколько можно уже попадать? Нас атакуют! Нас атакуют! Я всегда один. Чего у вас там случилось-то? Конечно. Естественно. Да, все рассыпалось. Вообще все. Учуял. Учуял. И верно. Учуял. Правда. Я всегда один. На другой. Конечно. Остров. Но остров Эхо, по-моему, последнее задание, которое надо будет сделать. Вроде как. Здесь должно быть опасно. Надо поскорее отыскать деревню троллей. Братыщем. Говори, друг.
Естественно. Ты мне еще предлагаешь здесь строиться? Конечно. Конечно. Нас атакуют. Нормально. Так, у нас только панда качается, да? Звери не лгут. Понятно. Кто нас ждет? Я читаю следы. Что нас ждет? У нас качается только панда. Говори, друг. Учуял. И верно. Нормально. Я всегда один. Естественно. Еще важно. Давай. Пора на охоту. Естественно. Нас атакуют. Звери не лгут. Конечно. Врачи. Ощущение, что они тренируются. Он ждет. Учуял. И верно. Даже напрягаться не стоит. Я всегда один. Всегда один. Причем и верно. Вот гидра 10 уровня. 800 взять. Сейчас три удара на раз. Я читаю следы. Конечно. Пора на охоту! Учуял! Чего тут естественно. Интересного нету, а? Естественно! Единственное, что вот этот артефакт хороший. Говори, друг. Владыка смерти. Я всегда один. Ну, можно героями воевать так вообще. Напрягаюсь просто. Ну давай, неверно. Там старейшина ждет какая. А, это Волджин, братишка. Звери не лгут. Тоже давно тебя не видел, друган. Ты меня уважаешь? Безусловно. Я быть Волджин.
Вождь племени Черное Копье. Главный вождь хорошо сделает, что тебя послать. Флот человеков на наши деревни нападать. Времени нет, совсем нет. Даже теперь человеки по нашим деревням стрелять. Вам не справиться с этим врагом, Валджин. Если хочешь спасти свое племя, уводи его на материк и присоединяйся к армии главного вождя. Не хочу бросать дом, но твой план – хороший план. Но пока я племя не увозить, корабли надо ломать. Воин, эти хитрые тебе хорошо служить. Они все ломать, крушить будут. Нам не на чем лететь, Валджин. А на земле от нас не будет никакой пользы. Воин, проблема нет. Будешь лететь хорошо, но сперва странно быть. Захочешь снова с ногами быть, приземляться в ритуальный круг надо. Помнить надо, мы начать народ увозить, только когда ты 5 кораблей ломать. 5 кораблей ломать. Говорил. Что будем жечь? Все будем жечь. Стойкости. Нас атакуют. Да, новые, это не страшно. Берем так. Бы сейчас дернул для рывка, да? Let's go.
обратно. Я думаю, уже все, скоро закончится. Нас атакуют! Хорошо, храбрый воин. Ты мое племя спасать. Другие деревни уезжать собираться. Только сигнал ждут. Чтобы сигнал дать, надо 5 огней зажечь, которые на островах стоят. Ты это сделать, племя на материк плыть. Но надо осторожность много. В джунглях враг, и человеки не самый опасный. Ну, допустим. Что нас ждет? Учуял. Конечно. Я читаю следы. И верно. Морской великан. У самого сигнального огня. Да, пофигу. Этого только не хватало. Нам-то что? Я всегда один. Учуял. Кельталаски сапоги. Кого убить? Ну-ка, здорово! Ну-ка. Буду сделать! Хитро придумано! Умная мысль! Здорово! Звери не лгут. Конечно. Я всегда один. Сигнальные огни. Взять их. Ух ты, какая черепашка. Учуял. Естественно. Конечно. Учуял. Пора на охоту. В бой. Бедная шуба, забился. Конечно. И верно. Естественно. Я всегда один. Я всегда один. Учуял. Эта тварь не дает мне пройти. Значит, уничтожим ее. Естественно. И верно. Как говорят пацаны, какие претензии, да? Пора на охоту. Конечно. Учуял. Я всегда один. Я там махину прям. Говорить. Серьезное положение. Естественно. Конечно. И верно. Ничего себе. Придется повозиться. Да. Я даже не хочу активировать восстановление. Конечно.
выпить хочешь? Ну что, мистер Панда, забирай. За качество отвечаю. Да без проблем. Что за калечитель? Что это такое? С радостью! Пивка для рывка! Плюс 20 к урону, атака от героя. Это просто это прям. Говори! Хитро придумано! Умная мысль! Не дай себе засохнуть! Плюшечки от бога. С радостью! Ты меня уважаешь? Пивка для рывка! Здорово! Буду сделать! Хитро придумано! Ну, еще по одной! За качество отвечаю. Умная мысль. Я тебя слушать. Буду сделать. Здорово. Ну, еще по одной. Говори. Не дай себе засохнуть. Кого убить? Кого убить, да? Звери не лгут. Я читаю следы. Учуял. Как говорят, просто убийца, да? Манищу. Сюда. Буду сделать. Кто нас ждет? Естественно. И верно. Сигнальный огонь. Я читаю следы. Я всегда один. 60 атака, то есть 120 атака, как у ледяного дракона. Я тебя слушаю. У этого то же самое, практически, ну. Ну, сотка, да? Грубо говоря. Не, выпить хочешь? Наливай, я бы сейчас прям выпил бы, конечно. Кунг-фу панда у нас. Тоже молодец. Чен буйный портер. Я тебя слушать! 25, считай, защиты. Куда ходить? Он даже пора практически, он лучше даже, чем мой основной герой. Что нас ждет? И верно. Я не понял. Нахуя вы сюда-то пришли, придурки, блядь? Вот чё, блин? Да ёб твою мать, вы чё такие лупни-то, блядь, а? Я всегда один. Действительно. Конечно. Естественно. Учуял. И верно. Дирижабль, ага. Звери не лгут. Естественно. Говори, друг. Вперед. Я всегда один. Конечно. Да зачем вы сюда-то пришли? Ну, и чего? Верно. Что прикажете? Ладно. Что нас ждет? Пора на охоту. Так, ребята, я всегда один. Не тупите, блядь. Говори, друг. Вот, правда, я вот. Читаю следы. Учуял. Конечно. Звери не лгут, естественно. Уходим. Учуял. Все. Идем домой. И верно. Я всегда один. Вообще. Естественно. Я даже убивать не хочу. Ну, я всегда какой? Один. У нас панда только качается. И верно. А куда качать тоже? Она же тоже. Учуял. Настолько разъяренная панда, она конечно. Готова сожрать всех. Вместо своего бамбука просто взять и всех нагнуть. Конечно. Куда там лезть-то? Я всегда один. Учуял. Это просто вообще... И верно. Не вариант. Нас атакуют.
Идем домой, все. Естественно. Я всегда один. Домой и только домой. Не, конечно, вот этот вот акт прикольный. Вот именно вот, что прикольно, зря вот, вот я бы, наверное, в ремастере бы сделал бы прокачку бы вот этих вот дополнительных характеристик бы, вот, вот который идет, 4 функции вот этого желтого крестика, это было бы прикольно. В ремастере я бы это лучше бы это сделал. Чтобы герой все равно у тебя получал какие-то дополнительные бонусы. Если этого нет, то... Звери не лгут. Это только получается, вот учу это есть плюшка только в одной компании, вот именно вот в этой вот. Что нас ждет? Ты скачиваешь своего героя, получаешь, ну, 12 плюшек к этому. Это очень существенная прибавка, прям такая нормальная, и, соответственно, это было бы неплохо бы во всех компаниях вот этого переиздания. Но ребята посчитали, что это не нужно. Ну и хорошо, с одной стороны, но другой нет. В общем, выбирать каждому. Кого убить? Самому. Ты меня уважаешь? Безусловно, брат. Всегда уважал. Всегда. Если ты мне еще пивка налишь, прям с бочонка, прям с такого, прям сибирского, прям где вот я живу, прям в Сибири, чтобы я прям открыл такой прям вот этот вот дымок. Пошел по комнате дымок. И такой-то прям пивка прям дернул такой. Думаешь, блядь. Ой, товарищ Панда, вы прям мой спаситель. Я прям рад вам. Красава. Ну что, походу все? Или еще какие-то задания будут, уважаемый Трал? Трункарик, сар. Рад видеть тебя целым и невредимым. Ты славно поработал. Разведчики сообщают, что первые тролли уже высадились на побережье. Под защитой Орды им будет спокойнее. Ситуация с людьми осложнилась. Они вызывают меня на переговоры. Сегодня в полночь на остром холме. Это может оказаться ловушкой. Позволь мне пойти вместо тебя. Не верю, что Джайна Праудмур способна на предательство. А если и способна, трусом я никогда не был. Прошу тебя, доверь это мне. Если ты прав, мы ничего не потеряем. Если же нет... Все-таки это еще не все, что ли? Говори, друг. Говори, умная мысль. Так, ну-ка. Я читаю следы. Мистер Панда. Не дай себе засохнуть. Да без проблем. Да без проблем. Ну, еще по одной. С радостью. Мистер Панда. Пора на охоту. Звери не лгут. Хитро придумано. Пора на охоту. И верно. Что еще-то надо сделать? Переговоры? Ёп. У меня такое чувство, что это никогда не кончится. Ну, часа 3, да, придется убить. Если за одно прохождение, это 3 часа где-то надо потратить. И это нас правда. Нас атакуют. Естественно. Хитро придумано. Давай. Здорово. Обеликс восстановления. Ну и что? Это все? Или еще что-то это надо? Это здесь. Мир вам, люди! Рад нашей встрече!
Что все это значит? Этот огр не похож на вождя орков. А ты не похож на Джайну Праудмур. Джайна? Интересно, кто такая Чего Джайна? Чего это ты решил, что она... Ах, довольно болтовни. Мы надеялись выманить твоего вождя, но вместо него сойдешь и ты. Прикончить его. Предатели. Я знал, ну, что это ловушка. Вы серьезно? Ну, вас здоровье следует, что меня вынести перед ногами. Как вот это вам верить? Он ждет. Настоящий просто предатель, как сказал, да? Рыцарь, просто вот конченые. Для чего так было надо делать? Кто послал тебя, человек? Джайна? Тупые твари! Вы даже не представляете, что вас ждет. Да захлопнись это тоже. Только начало. Серьезно? Можешь постараться. Говори, друг. Вот после Учуял. Этого надо доверять людям, да? Вот правда, действительно, они решили, что мы настолько тупые, что можем принять предательство как за жест доблести? Нет, ребята, все. Никаких переговоров. Абсолютно все. Это прям ты даже не уважаешь? Обсуждается. Да, безусловно, уважаю, конечно. Ты что? Жду приказаний. Это все, это финиш. Куда ходить? Что нас ждет? Туда ходить. Я тебя слушать. Предательство – это самая последняя черта, которую может человек перейти. И на этом заканчивается практически 99,9% всех разногласий и взаимоотношений между данными персонажами. Пора на охоту! И это закон. Ты был прав, Риксар. Нужно доверять предчувствиям. Но не могу поверить, что в этом замешана Джайна. Может быть, нам стоит обратиться к ней самой? Риксар, возьми это письмо и передай его Джайне. Ты найдешь ее в лагере людей на острове Терамор. Ты можешь рассчитывать на меня, Трал. Но в одиночку мне не справиться. Тебе поможет Валджин. Этот дирижабль доставит тебя в новую деревню племени Черное Копье. Удачи, Риксар. Помни, судьба Доротара в твоих руках. Спасибо, брат, тебе. Спасибо за все. Мы выполним твою просьбу. Обязательно. Ну, такое, я бы сказал, бы не закончено, но теперь заканчивается вся кампания Варкрафта. Вся абсолютно. Сколько мы потратили времени, чтобы пройти? 2 часа. Всем спасибо, ребята, за просмотры нашей кампании в переиздании. Вот акт второй, старые враги, да? Доходим мы до этого племени. Сейчас мы посмотрим и на этом закончим. Первый акт. Сейчас прибудем в данный город и на этом завершим нашу кампанию, ребят. Здравствуй! Твой приезд — большая честь, мое племя. Я знать, что великие дела тебя ждут.
пробраться остров Тирамор – дело опасный, но я тебе буду помощник давать. Он тебя уже на верфи ждать. За город пойдешь, по дороге прямо туда ходи. Нам доносить, корабли человеков между остров и материк пролив стеречь. Осторожно надо, а не тебе мешать колдунья искать.